Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я к вам пришла с очередной хвастушкой. Вот такой казак у вас получится, если вы приобретете данный урок. Этот урок подходит как для новичков, так и уже для продвинутых лепильщиков. Он каркасный, но ничего сложного в этом каркасе нет. То есть все элементарно. Ну, по лепке повозиться, может, с руками, там, с лицом немножко придется. А так, в принципе, урок достаточно простой. Ничего сложного, как я уже говорила, делать вам не придется. Для тех, кто, возможно, на канале впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть бесплатные уроки, есть уроки для спонсоров, есть платные уроки. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, и вы можете их, конечно же, приобрести. Для этого напишите мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получите реквизиты для оплаты, а после оплаты вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать, что через какое-то время ваша ссылка будет неактивна. Сколько работает YouTube, столько ваша ссылка будет с вами. Вот такой вот красивый казак у вас получится. По высоте, если до самой шапочки он 17 сантиметров, если вот до сюда, то 15 сантиметров. По весу всего вместе с подставкой 115 граммчиков. То есть вот очень-очень-очень легкий персонаж будет украшать ваш тортик. Ну что ж, я не буду вам надоедать. Надеюсь, что данная фигурка вам понравилось, что вы поставите ей свои лайки. Также, конечно же, я буду ждать ваших комментариев. На сегодня все. Всем пока-пока.